Друзья мои, всем привет! Давно не встречались здесь на полигоне. Решил я выехать сделать для вас отстрел. В общем, отстрел такая, слегка наболевшая тема последние пару дней в охотничьей тусовке. Отстрел порохом Аксам CSB-1P. Порох, который рассчитан на 3-4 грамма. Почему такой ажиотаж по поводу этого пороха? Ну, во всяком случае, у нас в тусовке. Ну, потому как охоты на зайчика скоро. Народ потихоньку готовится. Навесочка 3-4 грамма, это самое то. Золотая та самая середина. Заряд на зайца. Вот, я имею в виду навеску. В общем, три выстрела по мишени, до мишени 35 метров. Друзья, что будем стрелять? Постреляем на капсуле Нобель Спорт 686 с навеской 1.75. Пиш-контейнер Silver во всех патронах применяется. За исключением крайнего выстрела. Крайний выстрел будет на раздельной комплектации и на навеске пороха 1.7 на 34. Хочу попробовать. Лично моя хотелка. В общем, второй выстрел будет по рекомендации, по старой рекомендации компании Максам для этого пороха. То есть 1.78. Навесочка для 34 грамм. Ну и первый не сказал. 1.75. Тоже не по рекомендации. Как бы ребята интересуются такой навеской. В частности, Слава интересовался. Слав, можно считать, что первый отстрел это для тебя. Смотри, дробь номер 2.0. Ну, это человек так попросил. В общем, ну, основательно человек готовится. В общем, все то, что будет стреляться здесь, перед каждой мишенью, вы это будете видеть. Ну, и, соответственно, осыпи на мишенях. Поехали стрелять, время не будем тянуть. Соответственно, вот первый патрончик, вот так вот звездочкой закрыт. Первый патрончик на дроби 2.0 и, соответственно, цвет патронов тот, который у меня будет применяться на охоте. Я уже говорил, комплектация патрон на зиму, у меня все по цветам. Теперь все по цветам. Как, какие цвета? Ну, вот это для 2.0. Черный цвет гильзы, это для 2.0. В общем, гильза-пионка. Поехали стрелять, друзья. В общем, до мишени, я сказал, 35 метров. До хронографа, да ну, сколько? Ну, 2 метра. Может быть, 1,82 м. Вот так. Так, поехали. .412, Слава. Вот такая вот скорость. Гильза улетела, конечно. Ого, куда? В общем, скорость шикардос. Я не знаю, сейчас будет видно или нет. Ну, в общем, скорость 412. О, вот так вот видно, 412. Все, пошли смотреть, что ж там прилетело на такой скорости. Ну, скорость великовата. Ну, как бы. Вот. Почему? Почему я решил 1.7 попробовать. Вот. Так что сейчас посмотрим. Ну, на мишени полный порядок. Так, ребятушки. В общем, 412 скорость, дробь 2.0. Ну, хороший патрон. Ну, что там говорить? Ну, сами гляньте, центр. Центр. Да, по периферии есть пустые места. Ну, интересует, а центр? Вот такая вот ситуация в центре. 45 штук прилетело в круг 75 сантиметров. 11 штук за кругом. То есть 56 общее прилетело в мишень. Но, как бы, то, что за кругом, мало интересует. Интересует то, что в кругу, а особенно интересно, ну вот центр, смотрите. Я не считал, сколько именно в самом центре, в кругу 37,5 сантиметров. То есть, кому интересно, посчитайте. Вот, друзья, ну, патрон хороший, Слав. Во, я, в принципе, мне нравится, все хорошо.
с этим патроном можно смело идти на охоту. Без всяких сомнений в том, что что-то с ним не так. Все хорошо. Скорость, я думаю, там, если похолодает, ну, может быть, немножко просядет. Так-то, по сути, ее хватит с головой этой скорости. Поехали стрелять патрон номер 2. И с рекомендацией от компании Максам, со старой рекомендацией, посмотрим, какая картинка будет на мишени. Поехали. Дроп номер 3. Решил сюда кинуть троечку. Ну, тоже, я думаю, троечка для открытия на зайчика, то, что надо. Поехали смотреть, как покажет себя этот патрон. Скоростя, конечно, здоровые. Тем не менее, если хорошая осыпь, вот так вот видно, да? Вот 422. Да? Вот видно хорошо. 422. Все, а то, блин, затеняет, забивает солнышко. Так. Ну, работает же еще камера одна, та, которая снимает именно саму мишень. Итак, друзья, старая рекомендация компании Максам для этого пороха. 1,78 навеска. Вот такие результаты. Скорость 422. Скорость, конечно, ну, шикарная. Скорость даже большая, я бы сказал. Тем не менее, при такой скорости смотрите, какая осыпь. Может быть, немножечко как-то завышена, но по сути центр. Обратите внимание, центр. Центр, конечно, ну просто. Просто капец. Шикарно. Сказать нечего. Порох очень хороший для охоты. Вообще 89 в большой круг прилетело. 13 дробин за круг. Ну и того получается, что у нас получается? 102 дробины в мишень прилетело. Как бы для дроби номер 3, я считаю, это результат неплохой. Но интересует, как обычно, средина. А средина, смотрите, какая. Чудово. Чудово. Скажу на украинской мове, чудово середина. В общем, там, где может быть зайчик, там будет совсем не перелив к этому зайчику. То есть, патрон тоже зачетный, рабочий, годный. Охотиться пойдет. Ну и теперь третий выстрел, друзья. Но третий выстрел будет на раздельной комплектухе. На мною любимом ПЖ прокладке, на пробке. Какая комплектация патрона будет? Друзья, смотрите обязательно в описании перед мишенькой. В общем, и навесочка пороха CSB-1P будет всего лишь 1,7 грамма. Ну давайте посмотрим. Я думаю, такому патрону тоже есть место на охоте. Потому как, смотрите, какие скоростя. Такие скоростя как бы слегка великоватые. Давайте попробуем опуститься хотя бы до 400, а может быть и ниже чуть. Это тоже охотничьи скоростя, тоже для добычливости неплохие скоростя. Поехали стрелять. Итак, мужчины, крайний патрончик. Крайний. Дроп номер 1. Раздельная комплектация. В общем, шоу-патроне указано будет в листике. Вот. Поехали стрелять. 403. Вот это вот скорость. Вот это вот то, что надо, скорость. На улице я бы не сказал, что тепло. На улице прохладно, хоть и солнышко. Ну, прохладненько. Так, смотрим скорость. Вот скорость 403, друзья. Ну и пошли смотреть, что ж там на мишени. Что там нам покажет раздельная комплектация. Интересно, мне самому интересно. Вот этот патрон больше всего что-то интересовал. Не вижу еще мишени, иду, радуюсь. А там может быть...
Да там все в порядке, ребят. Там полный порядок. Мишень номер 3. Скорость заряда 403 метра в секунду. Вот то, что я вам говорил. 1,7, оказывается, при нормальной сборке патрона, отличная скорость, отличная осыпь. Не забываем, дробь номер 1, это единичка. 58 штук в кругу. Вот, центр, обратите внимание, как сработала дробь по центру. Ну, то есть, все в порядке. 8 штук всего лишь вышло за круг. Ну, то есть, общее, получается, 64 дробины прилетело номер 1. Но прошу все-таки обратить внимание на середину. Вот та цель, куда вы целитесь. Вот такой результат. Тут можно ничего не рисовать, все четко, ясно и понятно. В общем, температура плюс 11, забыл сказать. Дульное сужение сегодня на всех отстрелах 0,5. Обычное стандартное сужение. Ружье от Анео 12. В общем, такие результаты, мужчины. Тоже отличный патрон. Ну, черт возьми, отличный патрон. Ну, как тут, я не знаю, сказать плохо о нем. Центр отлично. В общем, периферия может быть немножко меньше. Но центр, все хорошо. В общем, это патрон был на раздельной комплектации. Пробка, стаканчик и колпачок от Сильвера на порох. В общем, вот такой вот получился заряд. Все то, что интересует по патрончику, все в рецепте, друзья. Так что закончили тест пороха CSB-1P для 34 грамм. И могу с уверенностью рекомендовать этот порох для охоты вам, друзья. Так точно, как и я, заряжен на этот сезон на зайчика. Так что, друзья, на этом все. Всем удачи, всем пока. Ну и до следующих роликов. Всем пока.